Казахстане, ё-моё. Попал, так попал. Делали дело, блин. Все больше ребят участвуют в олимпиадном движении. Наши школьники показывают хорошие результаты на международных олимпиадах. И тут мы продолжаем лидировать вместе с США, Китаем и Японией. Александр Куряков, с обзора прессы для вас. О погоде на завтра: в Анадыре плюс 1 градус, переменная облачность, в Магадане и Петропавловске Камчатском плюс 6, в Хабаровске 11 тепла, в Южно-Сахалинске плюс 4, небольшие осадки, в Биробиджане плюс 12, дождь. В Благовещенске переменная облачность 16 тепла, в Чите солнечно плюс 15. Это вы откуда по навигатору ехали? С Владивостока. Да я ехал. На 4 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Надо слушать его голос, не указатели эти. Из Омска выезжаешь, и этот указатель, Челябинск, не пропел. Раньше было, давай сейчас. Две жизни художника Рубенса. Многосерийный радиус Штатов. Главные роли народный артист СССР. Таможенный сбор или что? Thank you.
будет.